И вот сейчас в тишине, в спокойствии, можешь что-нибудь там, не знаю, сказать, повинуть. Давайте с простого. Представь, что я младший брат, ты начинаешь двигаться, покажешь мне вот эти вот действия. Как бы с простого. Стоишь отсюда, например, на четверть, оттуда и колешь. Вот твоя будет площадка. Вот такая. Вот моя. И ты можешь по вот этому расстоянию области по этой двигаться, прокалывать, там разные действия делать. А я буду, например, по этой. Ты сначала начни с медленного. Тебе не надо стараться ударить тебе. Тебя просто показываешь действия, проводишь. Даже можешь вот так вот коснуться, как перышком условно. Да. Можно сразу в голову влезть, по корпусу, пойми, да, что это происходит такое. То есть, если ты чувствуешь, что да, толкай дальше. То есть, тебе надо это понять. И плюс ты учишься колоть, грубо скажем, даже из-за защиты, из-за угла. Не торопись, самое главное. Ты можешь это делать, но торопиться тебе не обязательно. Поехали. Такая же хорошая проверка. По мне. То есть, если видишь, я далеко нахожусь, по мне делаешь. Пойдем посмотрим, как здесь попадаем кадровки.